спонсор видео RBX Camp. Лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. С курсом за 1 рубль почти 3 робокса. Также не забывайте кликать сюда, чтобы вступить в группу ВК и в сервер Дискорда, где проходят постоянно мини-розыгрыши робоксов. Главное, не попадись к мошенникам и проверяй, как пишется rbx.camp. А лучше просто кликай по моей ссылочке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы оказались на необитаемом острове. Вот, наш маленький островок здесь, видимо, я построил уже небольшой домик на дереве, и больше у меня здесь ничего нет. Только могу добывать здесь немножечко дерева, так, и что с этим дальше делать? Так, давай еще добываем. Не добывается, значит, идем сюда. Так, здесь мы сдаем, значит, приносим материалы, собираем еще. День нулевой у меня, вау. Итак, давай еще материалы собираем. Там у ребят какие-то корабли плавают, жесть. Может быть, нам помогут выбраться с этого острова, я не знаю. Смотри, я принес сюда материалы, и у меня есть 200 дерева. Итак, что мне нужно делать? Мне нужно идти вот сюда, и я могу отстроить себе небольшой вот такой вот еще островок. Отлично, отлично. А здесь я могу? Да, я могу еще, смотри, расширять. О, смотри, что там. Акула! Как мне надо? Мне надо спасти каким-то образом челика, который там плавает. Как мне это сделать? Так, построечки. Берем, так, вот эту штуку строим, давай, строим. Так, а что мне надо? Build, давай, build, построили, отлично. И так, это плот я построил, да, я могу теперь сесть на него. О, смотри, еще маленький плот, во, это я пристань построил. Прикольно, давай садимся и поплыли. Так, я могу управлять, да, я управляю. Блин, акула! Акула, так, давай, помогаем. Ай-яй-яй, уйди отсюда, уходи, она плывет за нами. Так, чел, я, конечно, жестко рискую собой, чтобы тебя спасти. Он вообще в шоке, смотрите на его глаза, он не знает, что вообще делать. Сейчас мы его привезем, давай, иди сюда, вот так вот, опа, есть, мы приземлились, вон он тоже. Пришел, все. О, он мне теперь помогает. Это бренд. Итак, все, он мне теперь помогает развиваться. И мы идем дальше строить. Так, строим еще. И теперь сюда, да, идем вот так вот. 40. О, отлично. О, смотри, какое дерево большое появилось. Я вот долго, наверное, буду рубить сейчас. Давай. Собираем. Ну, вообще рубится? Да, или нет? Я что-то не понимаю. Ну-ка, давай, собираем. Так, вообще не рубится. Вот эти вот рубятся хотя бы, это понятно. Ну-ка давай сюда принес. 2000 я нарубил с этого дерева. Ого, это реально много. Ну-ка давай сюда идем. Здесь построим. И теперь вот здесь вот построим. А здесь я могу что-то построить? Да. Смотри, я добрался вот до этого маленького островка. Что это значит? Я могу сейчас построить свой домик вот здесь вот. Опа, у меня теперь есть еще один домик. Отлично, только что мне с него будет. О, сундук какой-то нашел. Прикольно. И я получил одну золотую монеточку. Итак, смотри, вот у меня есть домик, да? Что мне с ним делать? Так, нажимаю сюда. Нажимаю, так, вот. Добавляем сюда этого чувака. И все, теперь это его домик. Он теперь может... Вон, радостный, смотри, радостный. Мы ему домик построили. А мой дом вон там на дереве. Можно даже проапгрейдить. О, еще кто-то плавает. Еще его надо спасать. Так, спасательная операция. Садимся сюда. Погнали. Сейчас мы тебя подберем, пока акула тебя не съела. Так, давай, иди сюда, давай, опа, опять акула за мной едет, акула, отстань от нас, мой плот хоть и деревянный, но очень-очень быстро я грибу, все, так, тебе мне тоже надо будет, наверное, дом какой-то построить, маленький, небольшой, но мы его отстроим. Так, забираемся, есть, новый рабочий у меня появился, отлично, теперь надо еще один дом, наверное, построить где-то, где мы будем строить, а как мне начать строить, так, давай вот здесь вот построим, во, вот здесь построили новый домик, отлично, так, нажимаем сюда, добавляем,
И берем тебя, все, поселяем. Все, теперь это твой дом. Отлично, отлично. Так, теперь еще что-то надо построить. О, грядки надо построить. Ого, 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 ого. Так, ну давай построим здесь грядку. Хорошо, так, еще здесь вот можно что-то построить. Так, и что это? Так, сюда можно направить рабочего одного. Вот, давай. Да, вот этого Брента мы сюда отправляем. Мы его повышаем. Теперь он у нас собирает... так, посевы вот эти, да? Ну хорошо, теперь у нас будет еда. Теперь у нас будет еда. И что нам с этим делать? Непонятно. А, я могу вот так вот двигать, да? О, ничего себе. И так, что нам дальше делать? Здесь у нас есть вот такая штука. Можно еще кого-то отправлять. А, вау. Так, ну мне это надо как-то закрыть, да? Я не хочу так. Ну-ка, нажимаю сюда. Ага, все, выходим. И у меня есть немножко дерева. Чуть-чуть дерева у меня тоже было. Надо, короче, дальше, видимо, расширять так территорию немножечко. О, смотри, сигнальная ракета. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, собрали. Итак, дальше куда? Дальше, наверное, вот сюда мы будем расширять свой остров. Давай еще. И вот здесь вот тоже увеличим. И здесь, давай вот так вот, чтобы у нас хотя бы... была возможность не свалиться куда-нибудь по пути. Вот. Итак, домик надо Бренда прокачать. Давай попробуем апгрейд нажать. 100 дерева надо. О, так. А я не могу его прокачать. Почему-то не могу, не получается. Ладно, добываем дерево. Так, добываем, добываем, добываем. Больше дерева надо добывать. Ой, там смотри, какой-то корабль. Ну, он что-то ему плохо, кажется, он там разбился по пути. Жесть! Давай забираем сюда. Так, собираем здесь. Здесь мне ничего не надо. Здесь, пускай у нас этот Брент сам собирает все. Но он же собирает, правильно? А вроде как собирает. Вроде все нормально. Итак, давай еще здесь соберем. Еще собираем. Еще соберем вот этого всего. О, смотри, у меня гости какие-то. Гости пришли. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, это еще кто такие? Вы что, это вон с того корабля, что ли, приплыли сюда? О, жесть! Реально, здесь у меня теперь очень много ребят появилось. Так, 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 вам нужно построить дома, наверное. Давай идем сюда. Надо выбрать построечку. Так, а я не могу выбрать построечку почему-то. У меня не нажимается. Так, я вот нажимаю «Строить», но ничего не могу построить. Странно, может, мне не хватает ресурсов для того, чтобы построить. Давай соберем сейчас побольше дерева. Побольше всего так вот собираем, 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 собираем. И идем продавать. О, а это что это такое? Что это такое? Это у нас фонтан какой-то появился. Обалдеть, а он сам по себе появился, что ли? Или чего это такое? Взял, появился здесь фонтан. Ну вот смотри, вот здесь есть построечка, но я не могу ничего сделать. Может, я могу поселить... Так, у нас здесь есть кто-то, да? Ну-ка, move, допустим, remove. Нет, не могу. Может, upgrade? Upgrade. Нет. Проапгрейд надо свой дом, надо вначале, наверное, проапгрейдить. Давай, апгрейдим. Надо, короче, смотри. Ну-ка, давай. Опа, 300 апгрейд. Опа, есть, я проапгрейдил свой дом. Смотри, теперь у меня какой классный дом. А здесь теперь я могу проапгрейдить? Так, о, да, отлично, теперь я эти дома тоже могу проапгрейдить. Во, хорошо. Хорошо, а я еще могу построить, допустим? Нет, пока больше никакие построечки не могу делать. Тогда собираем дальше. Собираем дальше, дальше, дальше. О, сундук. Сундук у нас здесь появился, кто-то его уже собрал. Хм, интересно, интересно. Итак, а я могу еще проапгрейдить? О, я могу еще проапгрейдить свой дом, а еще могу... Так, 6000 надо, 6000 дерева. Хорошо, сейчас... О, смотри, как он круто выглядит. Сейчас мы 6000 соберем и сможем проапгрейдить все. Будет у нас крутой дом. Так, а ты здесь собираешь наш урожай или нет? Или что-то я не понимаю? Так, move. Вот так вот, нет, все нормально. Нормально вроде бы все, все хорошо. Все, все отлично, вроде собирает. Вроде все собирает. Итак, у нас больше никаких там акул нет, никто не плавает, все нормально, пока все хорошо. Пока все хорошо. Итак, я сдаю, сколько я получу? Так, а что-то я мало принес вообще, очень-очень мало. Надо побольше приносить, куда-то у меня вообще все дерево запропастилось. У меня 4 человека, и... А еда, вот где-то же у нас еда еще должна быть. Итак, давай приносим.
Что-то я мало приношу, слушайте, вообще как-то было больше, по-моему. Так, собираю, давай еще раз, может быть, это баг какой-то? Так, давай, собираю, давай. Еще собираем, и еще давай вот здесь, и еще собираем вот тут, давай. Отлично, ну нет, 150 всего лишь принес. Мало. Значит, надо, наверное, проапгрейдить вот эти дома. Так, апгрейдим тебе дом. И тебе дом тоже мы проапгрейдим сейчас. Вот так вот. О, отлично, все, здесь тоже у нас крутые деревянные дома. Может быть, сейчас у нас дела пойдут еще в гору. А если я могу еще постройку сделать какую-нибудь? Ну-ка, давай еще построечку. Так, нет, у меня вообще никаких построечек пока что нет. Странно, очень странно. Может быть, надо дальше развивать. О, 1500. 1500 вообще все 1500 стоит, что ли? О, реально, смотри. Опа, еще островок построил. И этот у нас уже... О, вообще дорого, жесть. Ну ладно, сейчас вот здесь вот соберем. Так, давай, собираем. Идем сюда. Итак, продаем. 130 всего лишь мы собрали. Ну да, смотри, дорого все. Уже очень-очень дорого. Так, у нас здесь... Вот ты что-то стоишь. Ты что стоишь? Нормально тебе все? Нормально вроде бы, все ходит. Все отлично. Итак, больше никаких акул я не вижу. Все вроде в порядке. И потащили, давай, сдаем сюда. Так, давай. Опа, есть, притащили. Но этого недостаточно, надо как-то побольше. Что у нас есть в магазине? Есть дерево, есть випочки какие-то странные. И у нас есть меч, и есть сигнальная ракета. Что с сигнальной ракетой делать? Я не знаю, ну-ка давай попробуем. Бэмч, выстрелили. И коины получили, но за что? Я так и не понял, явно не за сигнальную ракету. Но я ее использовал. И может быть ко мне сейчас кто-то приплывет. Может кто-то заметит нас. Хотя может это единственный был выстрел. И все, и больше у нас его нет. Давай здесь строим. Опа, есть, здесь тоже построили. И ну-ка давай смотрим. Постройки у меня новые не появились. О, смотри, я что-то нашел. Так, забираем. О, я получил бонус. 10 тысяч бонуса я получил. Хорошо, слушайте, вообще неплохо. Вообще неплохо получил. Я, наверное, сейчас лучше все эти 10 тысяч потрачу на развитие нашего острова. О, кто это приплыл? Кто это? Так, ну-ка, сигнальная ракета. Так, нет, ой, я не могу туда сесть. У меня сигнальная ракета закончилась. Так, корабль же нас мог забрать. Разве нет? Он куда-то уплыл. Блин, мы профукали, кажется, наш шанс уплыть на этом корабле, но он нас не пустил, он не захотел нас взять к себе. Очень странно, очень странно. Вон там еще что-то есть, там акула плавает. Там плавает акула, можно кого-то попробовать спасти. Ну-ка, садимся. И поплыли, давай. Давай, плыви, плыви. Ничего не плывем, Так, я не понимаю, так, поплыли, во. Вон там, видите, в центре плавает акула. Мне явно надо туда забраться. Давай, я плыву, я соберу, кто бы там ни был, там какой-то свет, кажется, там ангел какой-то. Что это такое? Кто это там? Ну, акула там плавает явно, и кажется, эта акула будет сражаться сейчас с этим кораблем, да? Или нет, да, смотри, покусала этот корабль. А или это дождь льется? Там, смотри, есть всякие медузы внизу. Что это за место такое вот здесь? Реально как будто дождь льется. Там, смотри, надо кого-то спасти. Здесь даже двое ребят. Двое ребят, которых нужно спасти. Так, дождик в одном месте. Итак, давай, помогаем. Забираем тебя. Теперь акула, уйди. Так, есть. А, забирай. Нет, не забирается. Только один человек помещается на этот плот еще. Черт, я не смог спасти. Так, корабль здесь вообще буянит. Корабль, может, заберешь, спасешь нас кого-нибудь? Нет, не спасешь? Не спасает. Ладно, я тогда возвращаюсь. Что-то непонятный корабль какой-то. Может, его надо захватить? Может, он без управления какого-то? Ну, хорошо, мы в любом случае сейчас возвращаемся на базу. Притащили мы еще одного человека. Почти что. Он вообще в шоке.
Может быть, мне надо прокачать себе кораблик какой-то, а то у меня плот. Вообще, ну, очень печально. Вон, смотри, видишь, лодка есть нормальная, нормальная лодка, и она очень быстрая. По сравнению с тем, что у меня есть. Так, надеюсь, ты не враг. Надеюсь, ты не враг. И ты нас не уничтожишь. Так, и моих ребят. Так, у него есть топор. У него есть топор. Так, ты чё, пришел? Мое дерево забирать? У меня и так мало дерева вообще-то. Ну-ка, я слежу за тобой. Так, ну у меня тоже есть пистолет. Чё, кто кого? Ну, уходи с моего острова, это мой остров. Либо ты помогай. А, ты у нас враг, да? Ты враг. Ах ты, говнюк. На, получай. Получай. Как, блин, мне неудобно здесь, неудобно. Вот так я тебя сейчас побежду. Куда он убежал? Вон там наверху стоит. Короче, ладно. Я притащил нового человека. И, может быть, я могу проапгрейдиться. Так, вот есть. Апгрейд. Апгрейд, так, апгрейдим. Опа. Есть. Еще апгрейд могу сделать? Еще могу апгрейд. Ой, я под воду провалился. Провалился под воду. Но зато... Так, а я могу новую лодку себе призвать? Так, мув. Так, я могу подвинуть. О, не-не-не. А хотя, может быть, да. Может мне его подвинуть вот сюда, вот так вот поставить, да? Во, вот так вот. Давай вот так сделаем. Отлично, отлично. Такой исход мне нравится. И тут мы еще вот так вот сделаем. Все, как-то мне надо... А, во. Во-во-во. Ну-ка, как мне прокачать? О, так куда уплыла лодка? Подожди, она без меня плавает? Она без меня уплыла, слушайте. Она реально уплыла без меня. Она пошла спасать кого-то, видимо. Но если это так, то это хорошо. Это очень хорошо. Так, я могу еще что-то прокачать? Нет, пока не могу. Пока не могу. Мне надо еще дождаться людей. Так, а постройки? Постройки тоже у меня больше не делаются, к сожалению. Хотя вот я дом увеличил. Может, я могу еще кого-то сделать? Так, нет. Зато я, наверное, подвину дома вот сюда. Вот поставлю куда-нибудь. Вот. Вот сюда. Не ставится. Ну вот давай вот сюда поставим. Пускай у нас вот здесь вот будет еще один дом. Чтобы у нас дома были все в одном месте. Отлично. Все, вроде бы пока все у нас хорошо. Так, кораблик мой уплыл куда-то там. И что-то еще не вернулся даже. Ладно, я помогаю тогда нашим ребятам собрать здесь вот эти все ресурсы. Давай, собираем. Собираем всего, насобираем сейчас. Много дерева у нас, очень-очень много. И много у нас понадобится на строительство. Там корабль утонул. Вообще, что это такое? Реально, корабль вообще утонул. Вон огромный там вдалеке, конечно. Итак, что это такое? Что это такое? Это у меня мост выбрался почему-то. И какая-то подсказка. Так, сундучок. Опять я взял коины. Но непонятно, куда их тратить. Здесь у нас что-то ребята вообще затупили. Ну-ка, давай продаем. Так, сдаем все ресурсы. Мне надо здесь, видимо, построить. Потому что что-то у нас здесь реально какие-то проблемы уже становятся. Из-за того, что у нас просто дырень вот тут вот в центре острова. И надо насобирать. Надо насобирать так побольше древесины. Хотя некоторые ходят вообще нормально, без проблем. Давай здесь так вот построим. А, подожди, не хватает дерева. Странно, вроде бы все хватало. Давай собираем еще. Может быть, надо вот так вот сделать. О, 7000! А вот за что мне вот сейчас привалило так много? Может быть, мой там корабль что-то, какой-то сундук нашел? Вполне возможно. Но я вот вроде собирал. Так, собираю еще. Давай, собираю.